Всем доброе утро. Вот я встала. Сегодня первый день весны. У нас солнышко на улице. Снежок полно. Я хочу приготовить себе яичницу с сыром и с колбасой. Поставила сковородочку и чайник у меня стоит. Попозже. А, еще с масленицей всех. Сегодня последний день масленицы и первый день весны. Прощенное воскресенье сегодня у нас еще. Я сначала обжариваю колбасочки, потом яички буду бивать. Вот такая у меня яичница жарится. Сейчас сверху сырок покеру. Вот так у меня уже поджарилось. Сейчас вот сверху кидаю сырочек. И еще совсем чуть-чуть, и у меня готово. Я буду кушать. Вот у меня яичница уже готова. Я ее выключаю и закипел чайничек. Пойду налью себе кофе и покушаю. Ты себе наложила покушать на яичницу. Так, вот покажу. Кофе себе налила. Все еще спят. У меня сыночка еще проснулся. Он мне яичницу не захотел. Говорит, сделай мне омлет. Но я уже яйца пожарила. Просто у меня яичек нету больше. Сейчас в магазин пойду, потому что блины буду печь. Пойду в магазин, схожу с сыночкой. Ему чай налила. Себе еще кофе с конфетками моими любимыми. Сейчас покушаю. Всем приятного аппетита. Вот и первый день весны. Мы пошли в магазин купить молочка, творожную массу. Блинчики сделаем сейчас. Но на улице солнышка нету, ну так ничего, да? Ну, ладно. Ну мне холодно, меня морозит. У меня просто горло болит, приболело чуть-чуть. До этого Наташка со мной сзади. Привет, Наташка. Привет, привет. Привет, ты скажи привет, Светулька. Привет. Что-то показалось, машина как будто гудит. Сейчас пошаримся в магазине. Глаза не могу открыть, тепло очень. Солнце, ну прям в глаз висит. Степка с нами не пошел. Ну, заказал себе какие-то бон-пари, мармеладки, да? Купить ему нужно. Так что купим сейчас. Мы идем по магазину, по магниту. Вон чуть-чуть набрали. Дальше будем набирать что-нибудь. По списку я. Так, спички надо еще не забыть. А корм кошкам. О, мука, дочь, муку еще надо. Пойдем муку взять. И мимо молока прошли еще, вообще молодцы. Вон у девчонки взяли, а молоко нет. Зачем молоко? Забыли. Мука вон снизу. Вот такие муки. Так, мы почти все взяли. Сейчас зайдем еще яйца возьмем. Киоски я всегда беру. Мне там больше нравится. Творожную массу. В общем, зашли. Мы сейчас яйца взяли. Творожной массы нету нигде. Все разобрали. Ну, масленица же у нас. Так что творожной массы у нас нету. Будут такие блинчики. Вот пришли мы с магазина, купили покупочки, яйца, конфетки взяли, сметанку, сыночки сгущенку вареную взяла и карамель какую-то попробовать, мягкая карамель. Пантерка, ты кушать хочешь? Где ты? Он бегает, кричит, орет. Кушать хочет мука, хлеб, йогурт. Сейчас будем блины делать. Я лучок порезала соломкой. Ой, по кругам. И соломкой, морковочкой порезала. Там у меня мясо жарится. Тут у меня мяско жарится. Еще блины жарятся. Вот наши блинчики сверху. Ай, горячо как.
Вот лучок с морковочкой уже пожарили. Сейчас я рис добавлю. Здесь мои блиночки. Вот они. Блины мои! Вот посолила, поперчила все приправки. И добавляю рис. Дай мне палочку. Равномерно. И заливаю водой. У меня здесь 1,5 стакана риса. Буду 3 стакана лить воды. Вот, у меня закипела. Она у меня кипит на быстром, на сильном огне, закипает. Сейчас я ставлю на медленный огонь на 12 минут под крышку. 12 минут проходит. Я выключаю. 20 минут еще постоят. Просто и готов у меня плов. Вот мои блинчики готовые все. Вот смотрите, сколько их у меня получилось. Всех с масленицей. Приятного аппетита, кто кушает. Вот, сыночка мой пришел, блинчик один съесть. Напекла мама столько блинов. Сыну говорю, пойдем блины есть. Он говорит, ну я, говорит, один съем. И все. Со сгущенкой. Еще такая мягкая карамель. Я уже попробовала, очень вкусная. С блинами. Сейчас у нас чайник закипит. И мы тоже покушаем. У Степанки слюнки бегут, да? Только я плохо сгущенку засовываю. Да ничего страшного. Как получится, так получится. Я не знаю, я не помню. Мам, знаешь, как это у вас? Да как хочешь, так и заворачивай, сын. Вот так складывай, вот. да, во. Ну, вот так раньше заворачивали. Во. Вот нормально. Ну что? Вкусно. Кому нравится блин, мы ставим лайки. Да. Степкина, как тут? Ему нравится, это же хорошо, да? Ты чего будешь? А я вчера, ой, вчера, господи, я тебе на завтра булку забыла купить, представь. Ну не пойдешь за блином. А что такого? Походим 3 блина. И все, и съешь. Нормально же будет? Ну и все. Сгущенкой мазать будем? Сгущенкой, да. Ну все, сейчас намажем сгущеночкой. И 3 блина покладем, и нормально. Только орешки тогда ты поплала, они все сгущенки. Ну я тебе салфеточки положила, это ты просто не заметил. Сейчас чай закипит, мы сядем, попьем чаечек. Да, доченька? Да. Да. Все, последний день масленицы. Прощенное воскресенье. Степ, прости меня за все. Прощаешь? Я тебя тоже прощаю. Я буду. Чего ты у меня прощения не просишь? Прости меня за все, пожалуйста, мам. Прощаю тебя, сыночка, за все. И за видео, которое мы набрал Стас, выпустили кликбейт. Почему? Ну, на самом деле, мне не выпало с Энди, она у меня была. А-а-а, ты что, обманул, что ли? Ну, ты жучок. Я не знаю, как можно было написать. Ой, ну и ладно. Как написал, так написал. Что там делаешь? Что там делаешь? А, яблоко открываешь? Я думаю, что там? Открытие? Открыл? А не мутый? Нет, мыть надо, ты же пакет только достаешь. Что там? О, ой, ёшечки. Вот там я выступаю. Ну, положи на стол, я вырежу. А вот это сейчас пойду помою и приду. А что, у меня не горит фонарик, что ли? Вот мой плов получился. Так что сейчас покушаем. Нет, плов мы сейчас не хотим кушать, мы чай попьем с блинами. Сели мы чай попить с блинчиками. Чай. Зеленый, ты что, мне с водой не разбавила даже? Нет. Кипяток. Спасибо тебе полный. Так, да, я хочу блинчик, знаете, как съесть. Так вот сметанку. Вот, тук-тук-тук-тук-тук. И карамельку. Мягкую. На. Ты чуть-чуть уложила, дочери, много? Ну, поменьше. Степка, хочешь попробовать? Нет. Я так заверну сейчас как-нибудь. Как? Вот так.
Мама завернула. Ёлка, хочешь попробовать? Нет. Откуда рот? Нет, мама. Быстрее один раз. Нет, я не хочу есть. Краюшек маленький, быстрее кусай. Мама. Кусай, кусай. Все. Быстрее один раз. Да я не хочу. Такая вкусняшка. Вкус сметаны, привкус чувствуется. Да? Сладко на кис. Карамелька мне вообще прям понравилась. Ну, горяченький, чай у меня. Чёрный. Может. Чай потом попей. Ой, мне тоже горячий. Чай. Наташ, ну реально, зачем так кипяток наливать? Я спросила, у тебя полный? Сказала, да. Всё. Ну, давай, тебе полный. Нельзя было спросить маму, тебе разбавить? Я спросила. Не так спросила. Короче, села съесть один блин. Но понимаю, что что-то хочу еще, он вкусный. Я всегда любила со сметанкой. Кстати, у нас не было творожной массы в магазине, мы не нашли. Купили карамельку, то, что есть. Ирине нравится с карамелькой. Друзья, попробуйте, рекомендую. Очень вкусно. Нос еще чешется у меня. Как вот мне его так сложить? Mm-hmm. Вот так, оп. Потом сюда, оп. Так, 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 так. Вот так. Вот оно, вот оно, вот оно. У меня как раз все тут с краю было. Ну вот, все сладко. Сладко. Вкусно. Да хочется чаем запить, он горячим. Не забываем ставить пальчик вверху. Всем пока-пока, удачи. Муа-муа-муа.